Всем привет! Хочу поделиться своим мнением по поводу проваленного допинг-теста 2 недели назад. И весь интернет прям пестрит и провалил в первой пробе, во второй и в третьей. Так вот, я хочу вам заявить, ребята, всем о том, что ничего запретного целенаправленно я не принимал, так как тестируюсь ВАДой с 2014 года, и это моя инициатива проверяться, так как я сторонник честного спорта и чистого спорта. Так вот, сейчас идет расследование, каким образом запрещенный препарат попался в мой организм, и по окончанию расследования будет понимание. И я обязательно вам все озвучу, расскажу, каким образом, какой препарат и кто в этом постарался. Вот. И прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов окончания расследования. И тогда будет праздники на нашей улице. Но от себя хочу, конечно, поблагодарить всех понимающих, передать огромный привет родным, друзьям и, конечно же, всем любителям бокса. Будьте здоровы, живите богато и всем нам мирного неба над головой.